Русло реки Македонка очистили от сухостойных деревьев и старых коммуникаций, которые препятствовали нормальному течению воды. Работу провели на территории поселка Малаховка со стороны улицы Калинина. Наша съемочная группа наблюдала, как спасали водный объект. Каждый раз, погружаясь в воду, экскаватор достает оттуда такое месиво. Справиться с большим засорением вручную невозможно. В русле реки огромное количество бревен и железных труб. Справиться с ними может только тяжелая техника. Избавить русло реки от засорения попросили местные жители, которые входят в рабочую группу по вопросам благоустройства Малаховского озера. В весенний период захламленность водоема приводит к подтоплениям, да и сама река страдает от лишних объектов. Речка Македонка по госпрограмме чистилась в 2008-2009 году. Мы с вами прекрасно понимаем, что деревья, которые растут вдоль берега, они имеют свойство стареть, высыхать и падать. И если то, что 10 лет назад было чистое, за 10 лет, естественно, требует дополнительных вложений. Жители активно высказываются, что есть несколько наболевших мест по течению речки Македонка, которые необходимо вычистить. На просьбу администрации почистить Македонку откликнулась подрядная организация, которая неподалеку строит котельную. Для того, чтобы полностью освободить русло реки от поваленных деревьев и мусора, понадобится как минимум 2 дня. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.